Здорово, чё? All in. А так. А может лучше в Чапаева? Так, татаро-монгольская ига. Ну, во-первых, не ига, а эго. Запишите себе там. Ой, я у вас петрушка в зубах застряла. Шара, приди! И ты чё, реально всю эту херню знаешь? Поздравляю, вы в голосе! У Градского будете. Да. История — это ж мой конёк. У меня вообще у друга бабка с Гитлером мутила. Да. Та ещё подруга была. А вы можете мне пятёрку сейчас поставить? Но это как бы на Новый год будет. Сколько ты мне поставишь? Ладно. Три любимых историка. Да короче! Давай на руках. Может, я лучше на шторы сдам? Тебя же явно в школе били, да? Ну, за науку! Зайн, как бы можешь быстрее? Мы опаздываем на тусу. Да сейчас отвечу и все. Он, пожалуйста, тема Наполеон. Торт, что ли? Реально торт, ты че? Торт задал мне, прикинь. А че, когда принесут? А, да-да-да. Тема у нас «Крещение Руси». Отличный вопрос. Значит, Русь крестил Владимир Великий. Вот, это произошло, потому что, были там предпосылки. Сейчас. Ладно, последний вопрос. Что означает фраза Юлия Цезаря «Вени, Види, Вичи»? Это элементарно. Эта фраза означает «Я крокодил, крокожу и буду крокодить». Я крокодил, крокожу. Всем спасибо за просмотр. А у нас для вас есть еще немножко полезной информации. Наверняка вы знаете, что мы являемся наставниками в направлении «Командный проект» в международном конкурсе «Мой первый бизнес капитаны». Всех успешных предпринимателей объединяет то, что у них была сильная команда. Короче говоря, мы с вами будем создавать команду и вместе реализовывать проект. Итак, что же нужно для того, чтобы выиграть кучу призов, таких как 20 iPhone XS, 20 MacBook'ов, 10 PS4 Pro, а также гранты на образование? Вам нужно перейти по ссылке в описании и просто принять участие в конкурсе. Выбирайте наше направление, мы вас уже ждем на сайте. Всем спасибо, пока, до встречи! Get up, get up, get busy.